Сергей Зиновьев – обычный работник автомойки. Любит рыбалку и водные путешествия. Последний поход к воде он точно запомнит. С друзьями Сергей ловил рыбу на Рыбинском водохранилище, когда поступил тревожный звонок. Поднялся ветер небольшой, и вроде как уже началось волнение. Вот, волна все больше и больше становилась. В этот момент позвонил мой друг Артем, который сказал: «Серег, а вы где?» Я говорю: «Мы на море». Он говорит: «Серег, подъезжай срочно, мы тонем». Друг едва успел назвать место, где все случилось, как связь прервалась. Телефон упал в воду. Сергей сразу же рванул вперед. Рассказывает, что никакой паники и волнения в этот момент не было. Только цель – спасти друзей. Троих в воде увидел издалека. Успел. Спас. Помчались к берегу, а после вернулись за тонущей лодкой. Им повезло то, что я там болтался. Им повезло то, что лодку достали сразу же. Им не повезло то, что там есть какие-то материальные, понимаете, но все живы остались, ни у кого не сломаны ни руки, ни ноги, никто не нахлебался воды. Теперь сам Сергей Зиновьев изрядно хлебнул славы. Гордость семьи за него теперь разделяют друзья и журналисты. А недавно позвонили из МЧС, похвалили за отличную работу. Софья Кременецкая, Сергей Мазилов, «День в событиях».